Всем привет! Сегодня Институт нефти и газа открыл свои двери новым студентам. Волнение позади, экзамены успешно пройдены, а впереди самая яркая, незабываемая и продуктивная студенческая жизнь. Через считанные минуты здесь, в амфитеатре, пройдет торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году 1 сентября заставило первокурсников Института нефти и газа начать свою жизнь не с понедельника, как мы все привыкли, а с пятницы. Они покинули свои родные Палестины, чтобы увидеть место, где пройдут лучшие годы их жизни, и познакомиться с одногруппниками, с которыми они пройдут этот непростой, но очень важный маршрут. Ребята прикольные, хорошие. Перезнакомились, ну, в общем, диалоги ВКонтакте, нормально общаемся. Благодаря куратору я с ними уже познакомилась, у нас есть беседа ВКонтакте, то есть мы уже даже встретились заранее, погуляли, очень веселые ребята, мне нравится. День знаний – очень важный праздник не только для первокурсников, но и, конечно же, для будущих работодателей, в лице которых на торжественной линейке выступил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Григорьевич Цыкалов. Уже под 1 000 000 тонн нефти добыла Славнефть, Красноярскнефтегаз, также начинает закачку нефти в трубопроводную систему. Ну и какой же день знаний без директора Института нефти и газа? Именно от него студенты услышали самые важные наставления, которые пригодятся им на протяжении всей учебы. Пожелание здесь одно, оно для них знакомо еще со школы, ни пуха ни пера, ребятам. Первый год самый будет сложный в образовательной части. Придется им перестраиваться от школьной модели обучения к нашей. Это хорошо вам, вы уже опытные наши студенты. А вот ребятам, первокурсникам, я еще раз хочу сказать, нужно терпение, усидчивость, максимум энергии и меньше пропускать занятий. А дальше у вас будут самые счастливые студенческие годы. А также мероприятие не прошло без наших активистов. Своими песнями и танцами они разбавили атмосферу серьезности, которая повисла в воздухе, и еще раз подтвердили – будущее за Институтом нефти и газа. Я думаю, что я сделала правильный выбор, потому что реально здесь очень круто. Все люди, все доброжелательные, общительные, и это реально здорово. Ну а мне остается поздравить всех с Днем Знаний. Помните, что впереди вас ждут все новые высоты. Главное, не останавливайтесь на достигнутом. С вами была Ольга Карпова, Егор Кукла, и это канал Oil Times TV. Успехов в учебе!